Участь этих созданий напомнила мне одну легенду. Да? Однажды царь приказал своему кузнецу выковать ящик, который бы удержал в себе все зло этого мира. Но металл не выдержал бы такой мощи, и кузнец использовал пламя. Отец, прошу, не надо. Что не надо? Не должен. Да, меня такие вещи обычно расстраивают, но со мной все будет хорошо, понимаешь? Да. И что стало с кузнецом? Его дочь стала ключом от этого ящика. Он умер, защищая ее от жаждавших открыть его. Тебе не придется идти на такое. Знаю, но я бы пошел.